Ушедший год оказался разорительным, в частности, для французского автомобильного концерна Peugeot Citroën. Объем продаж уменьшился почти на 17%, сообщил представитель компании в Париже. По всей Европе картина одна. Множество автомобилей ждут покупателей, которые, однако, приходят все реже и реже. Во времена кризиса еврозоны мало кто готов выложить кругленькую сумму за автомобиль, и последствия не заставляют себя ждать. По нашим оценкам, порядка 5-8 автозаводов в Европе сегодня лишние. Это означает, что в ближайшие годы будет приостановлено еще несколько производств, помимо тех, что уже закрылись. Не слишком жизнерадостный прогноз для работников автостроительной отрасли в Европе. Для некоторых предприятий 2013 год может стать роковым.